Дорогие друзья, добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сейчас мы вам сделаем небольшой обзор магазина Катон. Зимняя коллекция. Как всегда, интересных много моделей есть. Пальтишко леопард. И Катон всегда выделяется разнообразием платьев, да, вечерних, и нарядных. Платьев, и блузок. По леопарду пройдемся, раз мы уже начали. Блузка тоже леопардовая. Пойдем теперь в спорт немножко. Сейчас огромный выбор вот таких вот всяких спортивных костюмов. Можно подобрать верх и низ. 100 лир вверх. Разные цвета. Утепленные рубашечки сейчас в тренде. Рубашка, сколько стоит? Пиджак, ой, смотрите, такая теплая. Да, она здесь утепленная. Так это как рубашка-куртка уже идет. Стоимость ее 329 лир. Угу. Плотная очень. Угу. Вот такие. Тоже стеганые, да, наборчики? Стеганые. Да, вверх. А низ такой же, да? Нет, низ прямой. Угу. Написано, что этикетен ярысы на вторую покупку. Смотри, прикольные есть. Подвязку сделаны. Да, получается, на вторую покупку скидка 50%. То есть вы купили верх, низ вам обойдется со скидкой 50%. Разные есть цвета, белый есть тоже красивый. Такие есть? Я думаю, спортивного достаточно. Худи утепленные. Угу. Давай последний покажу. 149. Пойдем немножко покажем классики, может быть. Вот курточка стеганая, сейчас в моде. Цена такой. Такая нежно-фиолетовая. Да. Лиловый цвет такой. Угу. 349. Классику хочешь? Да, пойдем классику, может, чуть покажем. Вот там рубашек много. Давай, пойдем. Тоже. Свитерочки вот, теплые. Такие нежно-голубые цвета. Стоимость 109. Угу, Ксюша, вот здесь можно показать на вешалочку, чтобы тебе не открывать. Немного. Свитеров много вязаных. Различных. Утепленные рубашечки есть. Серенькая. Стеганый пиджачок. 199. Вельветовый такой. Рубашечка. Если мы где-то вам не назвали цены, смотрите, на сайте можно найти, посмотреть. 379. Ну, рубашки мы уже показали, пойдем, может быть... Сейчас последняя, давай. Давай. Она, как тоже и прошлая, такая, утепленная, да, точно такая же. Пойдем в классику, пойдем. Платье. Скоро Новый год все-таки. Мне самой интересно, что в этом году представлено в Катоне из нарядных платьев вечерних. Так. Ну, здесь классические больше Ну что? Платье? Пайетки? Пайетки, как всегда. Да, пайетки. Без них как никуда. Всегда. Но это что совсем короткое. Даже не знаю, доставать ли это. Давай, проходим мимо. Ну, это тоже такое. Перламутра. Да, 250 лир. Есть, конечно, любители. Ну, честно говоря, здесь показывать особо нечего. Такая черная блузочка. Прозрачненькая. Как-то платье в этом году не особо вот такого же. Может, они и были, уже разобрали все-таки, да, уже Новый год, через может, неделю. Может, на сайте больше есть выбор. Под бархат сделано. Длинная. Смотрите. С разрезом. Да, длинная сбоку. С разрезом, а сзади спинка В. Прикольно. Да, может быть, кстати, на хорошую фигурку под плеще будет классно. Открытые плечики. Зеленая. Опять-таки бархат.
Цена? Цены, цену можешь назвать? 179. Угу. Это что, деньги, да? Так. Такого плана. Еще есть всеразличные. Вот я такой себе хочу. Да, вот такие красивые. Че, почем? 169. Зеленый, синий, черный. Как сорочка, у меня муж сказал. Ты куда такой сорочки собралась? С одним рукавом. А, это комбинезон. Это брючный вариант. Да-да. Под бархат. Да. Мне кажется, на высоких девочек симпатично будет. Красиво. В принципе, вот особо и все. Давай пойдем дальше, посмотрим джинсы. Покажем. Джинс тоже черный, выбор. 129 лир. Со 129 начинается и выше. Допустим. Вельветовые? Вельветовые, да. Ну, они прям широкие, длинные, я прям в шоке. Трубы. Ну, вот Света и сказала, что самый, кто высокий, страдает тем, что у кого короткие джинсы, в катоне очень большой выбор. Разные модели. А, одна такая одна цвет, темная, да? А вторая светлая. Угу. Ну, сейчас нынче ничем ничему не удивишь. Не удивишь. Да? Да, 179 стоят такие. Удлиненная курточка. Удлиненная. Тоже разноцветная. 249. А есть еще вот такая вот модель. Более классического варианта. Стоимость ее сейчас найдем. 239. И... Ой, смотри. Мне понравился рукавичок. Мы так всего по чуть показываем. Он здесь утепленный. Плюшевый такой, да? Мягенький. 629. На кнопочках сделан. С таким большим капюшоном. Теплый, да? Угу. Еще есть коричневый, вот такой зеленый, болотный, что ли, хачи. Да. Еще есть стоимость 349. И вот такой. Другая есть модель. Без капюшона. Тоже симпатичненький. Да. Воротник плюшевый. Здесь на змейке, на кнопках, кармашки. Смотри, вот такие вот можно рубашки скомбинировать со штанами вельветовыми. Помнишь, мы там стрели, штаны были. И под него вот такую можно рубашку подобрать. Стоимость рубашечки 249. Сейчас покажу вам, какие есть расцветки. Небесно-голубой, нежно такой розовый, горчичный, беж, белый. Да. Модели немножко отличаются. Вот это, допустим, на пуговичках модель, а вот это вот на кнопочках. Кремовый, а это другая. Без кармашков. Ну и давай пойдем еще там дальше. Тоже походу новогодние. Да. Не факт, что новогодние. Ну это повседневный костюмчик, спортивный. Топики вот различные вечерние 129. Красный красивый. Оверсайз. Тепленький, стоимость 379. Все укороченные.
все, к сожалению, не покажешь. Так что, если вас что-то заинтересовало, пишите нам, и мы вам скинем ссылочку на сайт. Пока-пока!